Такие машины для перевозки цемента многим из вас хорошо знакомы. В автохозяйстве Кингисеппского производственного управления им нашли новое применение. Небольшое переоборудование, и цементовоз стал хорошим помощником для тружеников сельского хозяйства. Прямо на заводе машина загружается известковой мукой и затем распыляет ее по полям. Каждая машина доставляет на поле 10 тонн удобрений. Опыт кингисеппских механизаторов может быть широко использован в других хозяйствах.